вы знаете, первое воспоминание из детства. Я и родители в саду. Мы ели пироги, пили вкусный чай и много-много смеялись. Мой отец брал меня на руки, подкидывал и кружил. Память сохранила все до мелочей. Мамин ситцевый платок, папины шершавые руки. Если бы я только знала тогда, что с нами будет. Если бы только знала, что будет дальше. А дальше война пришла. Нет, она не пришла. Она ворвалась мгновенно и забрала у меня все. Мой отец погиб на фронте в июле 41-го. Мою мать убили немцы в 43-м. Нет, не убили, а измучили, поиздевались и убили. Расстреляли. А я выжила. Выжила, понимаете? Выжила. Под кроватью спряталась и выжила. А сердце стучало. Тихо так. Тук-тук. Тук-тук. А глаза у отца моего были, как небо майское. Такое теплое, нежное. А теперь они закрыты. И он зарыт. Где же ты, папочка, где? Там, там или там? А мама? Мама, мамочка! Они ее забрали. А я в ее память в нашем саду тюльпаны посадила. Ее любимые. А потом они и меня забрали. От дома нашего, от сада нашего. Но я пережила все это, понимаете? Пережила. Вот только спать не могу больше по ночам. Дом наш снится. Отец снится. И немцы, и война, и войной пахнет. И люди в крови умирают. Я просыпаюсь. Кричу и просыпаюсь, а сердце стучит, как тогда. Тихо так. Тук-тук.